сегодня состоялось открытие Нарской школы точных наук. И прежде всего радует то, что пришло так много гимназистов, что огромное количество гимназистов уже подали заявление, сейчас происходит дополнительное составление заявлений для занятий в этой школе. Когда вопрос о создании этой школы обсуждался в Нарском городском собрании, депутаты коалиции поддерживали это решение и всячески этому способствовали, но депутаты, не входящие в коалицию, это решение не поддерживали и называли его бесполезной затеей, ненужной и тратой денег и времени. Однако сегодняшняя ситуация и то количество гимназистов, которое пришло, показывает, что все-таки это решение было нужное, правильное, своевременное решение. Что касается финансирования школы, сегодня мне задавали уже этот вопрос о том, что вот финансирование в этом году есть, город финансирует школу, а что будет в последующие годы? Возможно, что финансирование прекратится. Значит, я считаю, я ответил, и считаю, что обучение нарских детей, достойное их образование, успешная сдача ими экзаменов выпускных, поступление в вузы и нахождение себя в жизни – это наш приоритет. Мы должны позаботиться об образовании наших детей, поэтому финансирование этой школы городом Нара будет всегда. Министерство образования и науки сейчас, я бы назвал так, что размышляет о различных экспериментах в области образования, или запрещает преподавать на русском языке в гимназии и подталкивает к закрытию гимназии, созданию одной укрупненной какой-то гимназии, к объединению школ. Непонятна сейчас система сдачи экзаменов. В будущем году это будет обязательно математика, и можно сдать на 1 балл и уже сдал. То есть что это за критерии, тоже непонятно. И все эти эксперименты, они, конечно, осложняют задачу и гимназистов, и педагогов, и руководства города. Но вот я надеюсь, и эта школа была создана для того, чтобы помочь нашим гимназистам все же получить серьезные знания по математике, физике, химии, истории, русский язык. Поэтому школа востребована, знания востребованы, учеников огромное количество. Я этому несказанно рад, и будем всегда помогать и развитию и работе этой школы. Спасибо.